Нарастить валовой региональный продукт и увеличить в нем долю малого бизнеса. Стратегию развития Краснодарского края до 2030 года сегодня обсудили в Сочи. О проекте социально-экономического рывка говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В частности, программа предусматривает рост объема промышленной продукции в 2,5 раза и увеличение до 50% доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Все это должно сказаться и на ежемесячной зарплате кубанцев. К 2030 году в планах поднять ее на 80%. Стратегия она по себе еще составлена таким способом, что она способна и к трансформации, по большому счету, то есть быстро отвлекаться, в том числе на ситуацию, которая будет меняться на рынке, это очень важно. Но вот все-таки то, что касается флагманских проектов, на самом деле амбициозные, конечно, цели. ВРП в 2 раза увеличить, дойти до 5 триллионов. Ну, почему бы и нет? Мы по итогам прошлого года ВРП увеличили на 2,3%. А в этом году мы планируем на 3% увеличить ВРП. То есть, понятно, мы раскочегариваем сегодня экономику, максимально пытаемся не ошибиться в приоритетах. Сегодня полки от определенного импорта, конечно, высвобождаются. И что хотят регионы? Они хотят залезть на эти полки со своими товарами и услугами. И, конечно, мне нужно сделать все максимальное, чтобы залезть на эти полки, которые от импорта сегодня высвобождаются, а завтра уже они высвободятся. И кто-то залезет и уже, скорее всего, не пустит тех, кто не успел. Поэтому мне важно, почему эти приоритеты и как мне быстрее достигнуть этого. То есть модернизировать те отрасли экономики, которые явно отстают. По ряду индексов Краснодарский край относится к регионам с большим потенциалом. И уже сейчас по индексу Люберцкого центра, который охватывает все регионы, анализирует все регионы, Краснодарский край занимает разные позиции по ключевым вопросам от 1 по 9 место. Это очень высокий уровень по сравнению с другими регионами. То есть это серьезный потенциал. И в самой стратегии ставится задача войти по всем показателям, там, основным, там, в 5 лучших регионов. Проект социально-экономического развития Кубани до 2030 года официально представят завтра на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Вся экспозиция Краснодарского края посвящена именно этой стратегии.